Здравствуйте. Прошу вас. Спасибо большое. Давайте знакомиться. Давайте. Ну, я вас знаю, как зовут. Меня зовут Алексей. Алексей, очень приятно. Очень приятно. Расскажите мне о себе, Леша. Мне 30 лет. Я приехал из города Обухово Киевской области. Вот. Женат. Сыну 3,5 года, дочке год и 10 месяцев. Сегодня не вижу с вами никого из... У меня жена с сыном на лечении в Германии. Сначала думали, что опухоль печени, а потом оказалось, что это все-таки опухоль надпочечника. Мы прошли 4 блока химиотерапии, прошли операцию, прошли еще 4 блока химиотерапии. Первые 2 месяца было тяжело спать, потому что он всегда рядом, так просыпаешься, дышит. Закрыл глаза спокойно. Просыпаешься, дышит. Закрыл. Привет. Скоро пойду на X-Factor, на кастинг. Буду петь песни. А, ну, у тебя одна есть уже 4. Нет, 3, да. От Маши, Саши и меня. Ну, и папа. Папа, пожелаю удачи. Я не могу удачи. И Люда Годика. Люда Годика. Мы задавали вопрос, кем ты хочешь стать. Ну, как бы в 3,5 года я говорю, ну, что тебе ребенок там может сказать? И он говорит, я хочу быть как папа. У нас так как бы с сыном одинаковый, наверное, девиз по жизни. Если уже начали, значит, надо побеждать.